Сегодня 2 октября. Посмотрите, как они красиво цветут. Еще бы долго цвели и выпускали пупырышки, но уже морозы ночью. Посмотрите, как они стараются. Только вышло солнышко, и они к нему так тянутся. А какие большие, какие разные, какие все милые, прелестные. Жаль будет, если холода наступят. Так еще хочется, чтобы они цвели. Ведь они так радуют. Хорошие мои, еще хотела не спеша благодарить вас за поздравления с 1000 подписчиков. Но это и ваша заслуга. Без вас этого всего бы не было. Мне очень приятны ваши добрые слова, пожелания. И сразу так тепло на сердце, так мило и трогательно после прочтения ваших слов поддержки, комплиментов. Спасибо вам большое за ежедневную активность. Я вам всем очень-очень благодарна. Я вас очень люблю и очень ценю. Вашим семьям также желаю только благополучия, тепла, уюта, Божьей благодати, благословения. Пусть сбываются все ваши мечты. Вашим деткам только добра и всего самого-самого наилучшего.